поговорим о наболевшем. Просто паркуются, как хотят. Это касается каждого. А что мы здесь стали? Уезжайте отсюда, девушка. Надоело видеть это каждый день? И они ставят, как им удобно, а нам, пешеходам, уже приходится приноравливаться. Люди паркуются, где приходится. Нам бы хотелось, чтобы таких случаев не было. Давайте вместе разберем эту проблему. Я думаю, что мы должны вкладывать в науку и делать летающие автомобили. Смотри уже в эту пятницу на ЮТВ.